незнакомый, в каком лет пойти, а так вообще не разговаривали, не знакомился. Ну то вы знаете, да, что братья вот тоже с такими. Это то, что вот еще раз повторюсь, то, что какие-то дивно были. Вот, сейчас нет, такое время же. Я удивляюсь, то, что вот сейчас говорят, да. Там бандит, вот сюда, ну, мной никогда не замечал. Хотя Кизисим, Влада даже не замечал мной. Слухи даже не было, да, моя вода была. Ну, Кайзер сам удивляет, халайт чит джурс. Халпы Кизисим, где там, брюху хоть отца, дай балла, кто-то балл, стартовал, или время стартовал. Вот, маленький отрывочек, 31 секунда, из программы Асхата, обожаю, да, вот этот вот Аким Талгарского района. На встречах бываю, говорит, никто ничего никогда не упоминал, что там бандитизм у нас, что нож гору представляют, что столько людей, которые... убиваются. Именно вот Асхат отметил, что именно на живое вот. И он такой удивленный. Знаете почему? Да потому что, когда он проводит встречу со своим населением-то, туда же не пускают таких, как мы, которые хотим задать вопросы. Всегда кого-то готовят. Своих людей, которые не станут там острые вопросы поднимать. В Акимат, вот к работникам Акимата попробуйте попасть. Ты записываешься, вот у меня сколько роликов было, записываешься на прием. В приемный день не принимают. Почему? Потому что она там на совещании, в область, еще куда-то. Если у всех работников Акимата есть время приема граждан, плюс об этом должно знать руководство. И она знает, что у нее записались там 5, 7, 10 человек на прием. Почему она уходит на совещание? Область же пригласила. А нас это как должно касаться? Как нас это должно касаться? Нас вообще это не должно касаться. Это вы должны сами решать вопросы с этой областью. Сказать, нет, у меня 10 человек на приеме. Я не могу прийти. В общем, короче, наболело.